Сёлетний Гомеля Open Cup уразил своим масштабом. Поспоборничать собрались больше за 700 спортсменов. Гости проехали из усих регионов Беларуси, а так само разных городов России, Украины и Азербайджана. Удельники выступали одночасово на 4 татами. Сёлета турнир прошел у 8 раз. Спаборництвы проводились по правилах Сусветной Федерации карате. Менавіта по их праз 4 годы каратисты упершиню будут спаборничать на Олимпиаде. Нагадаем, у жнівні этого года было вырашено включить карате у программу Олимпийских гульнях 2020 года у Токио. Велась длительная работа для того, чтобы карате стал олимпийским видом спорта. И проводилась работа по отработке правил. Прежде всего, это безопасность. У спортсменов, даже у взрослых, у них ограниченный контакт с лицом, одеваются средства защиты, жилеты, накладки, протекторы ног. У детей контакт с головой, с лицом запрещен в принципе. В корпус контакт дозирован. Опять же, задача многих соревнований, да, в том числе и этого, в том, чтобы медицинский персонал, который у нас здесь есть, оставался без работы. У агульнокомандном залику лидировали представники Пинского городского клуба карате «Эдельвейс». Другое место заняли гости из России, бойцы Орловской спортшколы «Орол Кара». Замкнула тройку призеров команды с «Дюшар номер 2 «Динамо» города Минска. Сборная Гомельской в области, якая складается с 4 клубов, у выниковом протоколе разместилась на 13-м радку. Сергей Нигеревич, Игорь Марышенко, телерадиокомпания. Компания «Гомель».